Раньше, поднимая глаза к небу, мы гадали о нашем месте в этой вселенной. Сегодня, оглядываясь, мы с беспокойством наблюдаем за нашим погружением в небытие. Подготовка запуска основного двигателя. 10. Мы должны осознать, ничто во всей Солнечной системе не способно спасти нас. 9. Меня дети, профессор. Как долго нас не будет? 8. Я прошу поверить мне. 7. Мёр, поговори со мной, Мёр. 6. Я должен все исправить, пока не поздно. Ты даже не знаешь, когда вернешься. 5. Запуск основного двигателя. Ты разве не сказал ей, что должен спасти мир? Нет. 4. С появлением детей. 3. Становится очевидно. 2. Что их безопасность превыше всего. 1. Я обязательно вернусь. Когда? Я буду всегда любить тебя. Потенциально пригодные для жизни миры уже в пределах нашей досягаемости. Они могут спасти нас от вымирания. А вот и мы. Ты больше не можешь думать только о своей семье. Я думаю не только о своей семье, но и о миллионах других. Возможно, мы потратили слишком много времени на пустые исследования. Любовь — единственная сила, способная противостоять пространству и времени. Не испытывай страха перед мраком ночи. Из последних сил сопротивляйся окончанию дня. Восстань, подави умирание света. Я не смогу! Нет, сможешь! Мы найдем выход. Всегда находили.